Итак, всем привет, с вами канал DHP Games. С вами продолжаем играть в игру Watch Dogs Legion. И сейчас мы будем нахрен разносить, по-моему, клан Келли. Я думаю, мы уже близимся к его завершению, как бы, да? Мы как бы смотрели, что мы делали. Мы там рабов их нашли, там сорвали аукцион, типа того, в прошлой серии, получается, да? В принципе, вот мы дошли до туда, до этого места, и вот мы тут продолжаем валить всех нахрен. Так. Надо как-то попасть в эту хату, запазал в нее через окно. Но там был летающий дрон у меня еще вдобавок, а тут какая-то херня уже начинается. О, вот так, давай вот так. Давайте вот так. Ты ведь не думаешь, что есть шанс? В смысле? Дать отпор угнетателям или еще как? Так. Стоп. Это... что это было? Пришло время больших пушек. Все чисто. Ладно, будем на расстоянии валить их всех, если так задумала игра. Если она так задумала. Криптовалюту сперли. Так, у вас нет ни у кого ключей. А, вот мы прокачали навык крутой. Классный навык прокачали. Приманка из этой фирмы. Сейчас взорвется. Нет, не взорвется. А так, ты взорвался. И так, ты тоже взорвалась. Так, по одному сейчас будем вас просто вырубать будем. И все. А ты кто-то крутая, да, какая там у тебя какая-то это, лимонад, ой, маска нарисована. А ты сейчас хочешь спрыгнуть, да, и сдохнуть. Станешь Каспером, дура. У вас большие проблемы. Мне хату-то как пройти? Хату, мне дверь откройте. По сути, хату я могу открыть с помощью дрона, которого я где-то видел. Это был здесь дрон в прошлый раз, я лишь проникал в это место. А, вот у нас есть ключ. Слишком далеко. Так, это, ну, ты забрался, не буду. Куда там забрался? На бортик. Зачем-то он забрался. Сука, где дрон-то? Кто-то входит. Кто-то вошел с другой стороны. Если мы... А, тут кто-то открыл. Ебать, охренеть. Кто-то красавчик. Просто... Блять, иди нахуй. Всех по одному завалю, работорговцы или сраные ублюдки гниды, чтоб и сдохли. Посягают на чужую свободу. Так, это... Посягательство на чужую свободу, на свободу личности. Это так. Бессмысленно! Пробивайся, дерево ты сраное! С руки должно ломаться. Они все за мной добегут. Они думают, что они с ними справятся, но они... Она такой же, по-моему, да, ездит? Слушайте музыку. Ага. Это секретная херня, да? Зашибись. Я сейчас прослушал опять, поэтому узнал. Отлично. А, мы сюда могли ботом пауком проникнуть. Вот бот паук, кстати, лежит, который я искал. Ему не скрыться! Готово. Зачем-то не бот паука положили в самом центре коридора. Так, ладно, давай посмотрим. Давай же дрянь! Какого хрена? Работай, говна кусок! А, так вы теперь крутые! Ладно, давай! Смысл он упал? Что она сказала? Там... Твою-то да? Мать. Да. По крайней мере, нам удалось отключить чипы. Мэри заперлась в офисе внизу, но мы можем включить лифт при помощи мейнфрейма. Кстати, охрана настороже, так что постарайся не умереть. Чудесно. Ебать, у меня интуиция просто бегу куда надо. Не то, что люди. Лифт люди ленивые. Не делают то, что им говорят. Странно. И с ними нужно быть настороже. Надо его включить. Того и гляди, ударят в спину. Эгоисты. То ли дело собаки. Собаки слушаются. Тебе нужно оставаться рядом с мейнфреймом, пока я не включу лифт. А это благодаря мне, да, ведь это я освободил рабов. Они мыслить смогли самостоятельно. Сраные чипы не пашут. Я сейчас у себя. Нужно убить вредителей. Одному я... У меня вампарь, блядь. Ну как похер вообще. Меня бьет!
А ну живо сюда, уроды! Раздавите этих тараканов! Я Division, блядь. Ну все, тебе хана. Мне хана. Мне хана. Видали, как троих положил? Да, троих же там положил, по-моему. Оп, раз, два, три, да, все верно. Нет проблем с арифметикой. Так где вы все? Живо сюда! Работайте, ну! Так, ну по сути, да, это благодаря мне ведь рабы освободились, что там сделал, по-моему. Я уже забываю, что я делал, не знаю. Это ам. Аукцион сорвали, наверное, все знали, что рубило. Может, у него чип сломался? Так, я не помню, что я сделал, кстати. Вот серьезно, я вообще как он выкрыл, что я знаю, что я сделал. И ты что сделал, теперь работу сбунтовали? Откуда стреляешь? Ну, все откуда стреляешь, все смотрят. По одному. Кто еще и бежит? ВХ, ВХ. ВХ, я никого не показываю, значит, никого нету рядом. Так быстро влезть, чтобы нам бежать, да? Готово. Так, лифты снова работают, и ты можешь добраться до офиса Мэри. А еще инспектор Лоу на связи, блин. И боюсь, она не слишком довольна. Это я хорош, хорош. Эдсек, что вы творите? Джек Рэй. Мы же договорились, действуем по моей схеме. Зачем, иначе мы искали доказательства? Не, я нет. Уже собрала все необходимые бумаги. Я тебе не верю, кстати. Как это работает? Она грохнула. А подожди, тут был, по-моему, мужик еще один, он куда-то дальше, да, побежал? Мы его найдем, наверное, круг. Так, это вот женщина ударила, она упала на мужика, мужик встал и пошел туда дальше. Этих я не видел, кстати. Плевать! Мне не нужны эти сраные чипы, я вас, твари, так вскрою! Так он дебил, что ли, я не понимаю. Вот они реальные идиоты. Они не могут бороться реально. Понятно, что их захватили. Ты как раз вовремя. Тобой сейчас займется полиция. О, замечательно, дружок. Всем стоять! Отойдите! Что здесь взялось? Мэри Келли, вы арестованы. Хорошо, инспектор. Отдаю себя на милость странного правосудия. Но не надейтесь, что я надолго у вас задержусь. А вы... Город от вас отвернулся! Я дала вам цель! Скоро мы увидимся. Нет! Какой-то швали не забрать у нее белого кита! А! Теперь они будут ее защищать, походу. Кого ты защищаешь? Систему или людей? Обещайте, обещайте, что не упустите ее. Два в сердце, один в голову, и все нормально. Какой... Красава. Иди, я разберусь. Вот этим может совком было проломить, в принципе, этот висок там. Вот мы и разнесли, по сути, Келли, Мэри Келли. Классно, да? Классно, классно. Что ж, Дедсек, как вы хотели, так и вышло. Мэри наказана за все. Я хотела сделать все по закону, но после того, что я видела... Чернорабочая. Да, ее нельзя было оставлять в живых. Слово, она заслужила это, Лао. Смерть и ничего, кроме смерти. Вот все за всех людей, которых обрекла на страдания. Псевдорасизм. За Анхеля. Псевдоантирасист. Ты поступила правильно. Эта тварь сама выбрала свою участь. И я рад, что справедливость торжествует. Не знаю. Да, это правосудие, но не то, в которое верю я. Точнее, верила, когда начинала это расследование. Да, королева может и мертва, но ее прислужники наверняка готовы подхватить скипетр и мантию. Тут ты прав, Бегли. Я буду следить за ними. Если услышу еще что-нибудь о клане Келли, вы узнаете первыми. Мне нравится с вами работать, Дедсек. Продолжим сотрудничать, ладно? Вот ты мразь, он... Черт! Стоп! Слышь, ответь! Отойди, это не твое дело. Давай, рубашкой. Завершу главу целую с Келли, да?
Бля, как ты делаешь? Я забыл. Забыл, что ты какой-то ворачивался. Юда. Пробил. Пробил, да. О, маску надел, видали, да? Видали, в бою как надел. А стоп, я же такую же где-то такую маску, нет? Или они различаются чем-то? Они чуть-чуть различаются. А, там, наверное, цифра 1. У меня цифра 3, наверное, у меня цифра 3, а там будет 1, да, наверное. Ну, я хочу тут на посмотреть, что за маску поменяем. Одну одному сделаем, киллеру другую другую. Киллер у нас будет с черепами ходить. Типа, как это, знак смерти, типа череп. Так, одного вырубил. С душой. Я его придушу. Ничего, дрон ломаем, даже кулаком. Возможно, вооруженное сопротивление. Ой, блядь, случайно поступил. Как ты кто, бабушка? Спасаем, спасаем, чувак. Беги давай, ты же турист, просто турист какой-то. Просто турист. Кристалл тут. Ой, опять начинается этот голдеж, вот эта вот вся херня начинается. Чувак, быстрее, не умирай только, не умирай. Смотри, чтоб тебя не убили. Красава, чувак, живи так. Но скайт, это следующая глава. Это следующая глава. Децек получил сигнал СОС, похоже, идет с сервера в кофейне Star Rogers. Так, Лига кулачных боев. Так, ну давайте основные здания пойдем. Star Rogers. 2000 метров. 2000 метров это многовато для меня. Странно. На один из наших серверов постоянно приходят пакеты данных с Wi-Fi в одном из кафе Star Roger. И что это значит? Сначала я подумал, что это просто фейк, шум, это но затем расшифровал пакеты. Это азбука Морзе. Три буквы, раз за разом. Продолжай. С, О, минуточку, С. Надо проверить. Пришли координаты. Оператор. Ой. Ой, нет, оператор, беги. А, все, ну, на месте встал. Это машина не сработала. Так, левостороннее движение, пора не забывать. Ну, так, 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 телепорт сработает, интересно, сработает телепорт, пока погоня будет, пока погоня не погоня идет, телепорт нет. Запомнили, запомнили. Под колеса никто не бросается, наконец-то, никто не бросается под колеса. Под колеса никому нельзя бросаться, потому что я не хочу сесть в тюрягу. Отстанет меня, давай. Блин. Так, это хоп. Ой, классная тачка, тачка. У нас тачка поменяла. Так, вот мы здесь уезжаем. Где мост у нас есть? Может... О, чуть не столкнулся. Грузовой дрон. Может на дроне нахер себе свалить? Не. Сити, покидаем Сити. Прекращаем поиск и возвращаемся. Ламбет. Сыр такой есть, по-моему, Ламбет. Вперед. Я на месте. Чё, по нотехе? Что теперь? Не похоже, чтобы кто-то был в беде, да? Да, для храбрости. Присядь, я проверю IP, с которого приходит сигнал бедствия. Спокойно, я же умею держать себя в руках. А. Ты что ли меня ждешь? Папарацци. Мисс. Почему звонишь на одноразовый мобильник? Это криптофон. Он безопасен. Любое устройство под CTOS можно вскрыть. Если нас подслушают, обоим конец. Кто это? Это не важно. Важно то, что у меня есть инсайдерская информация о Sears. Полагаю, люди, которые вас подставили, работают там.
Как ни прискорбно, похоже, Датсек — моя единственная надежда. Заинтриговал, но не более. Хорошо. Координаты места встречи спрятаны в сети этого заведения. Нельзя было их на бумажке просто принести, там, на салфеточке написать, в кофе вам положить, замотать в обертку для кофейного стаканчика. Бегли, Сабина, а вы что думаете? Так, любопытно. Чувак из Сирс говорит, что нулевой день — это агенты спецслужб, по мне. Когда одежду прикуплю? Звучит вполне логично. Прикуплю одежду. Такие теракты не по плечу рандомным психам Сирс, другое дело. Официально СИРС — разведывательная служба быстрого реагирования. Использует данные CTOS для обнаружения террористов и преступников. А Альбион потом их убивает. Вот, взгляни. В связи с ростом насилия на улицах Лондона, СИРС разрешает сотрудникам правоохранительных органов и Альбиона стрелять на поражение. Неофициально. СИРС крадет данные и арестовывает людей за неугодные мыслишки. Средства и возможности есть, остается мотив. СИРС — фашисты, но все-таки их задача — предотвращать теракты, а не устраивать их. Так, где маску, логика? Посмотрим. О, да, спросите при встрече. Маска. Какая маска? Это более золотая, да, получается? И у нее не вижу никаких цифр на затылке. На затылке более цифр. Вот на затылке, если встать, будет хорошо видно. А она более черная, такая золотистая, да? Какое у нас еще? О, это кто у нас такой нарисован? Это дерево? Дракон, инопланетянин, череп. О, лев. Йоу, это я знаю, для кого использовать. Это из фольги какая-то, да, получается? А, это из металла, из этого, из алюминия, из консервных банок сделано. А нет, не из консервных, а из этих. Из кока-колы всякой. Так, это мой подарочек. Ubisoft. Спасибо вам, Ubisoft. Что бы я здесь сделал? Так, вверх. Футболки, майки. О, кто? Какой мужчина. Просто мужчина. Давай такой. Обувь у нас, что у нас по кроссам-то нет, никаких красивых кроссов. Да, я попал. Фига, оп. Не, очочки мы оставим вниз. Брюки красненькие, такие спортивные очки. Шарт джекет мор. Не, я тут видел кофточку, хочу себе кофточку. Плащ не хочу, плащ, это тоже не хочу, это тоже не хочу. Так, я что-то время тяну, да? Случайно так. Давай в капюшоне будем. Все купил. С первого так будем ходить. Перчатки мы можем снять? Перчатки нет. Не, перчатки нам нужны, как людей задушить. Так удобнее пушку держать. Так, все классно. Верно, никто не спалит. Анонимно. Пропала сестра моего друга. Ее родные ужасно подавлены. Они не знают, что с ней случилось, а власти ничего не предпринимают. И маску хочу забрать. Ну заползай. Дебильная игра. Не повторяй. Да ладно. Не поведите свои серьезно и взорвал. Это бесплатно. Оп, заполз. Че у нас маска? О, рыцаря. Очко какое-то лежит там. А чечи. Слушайте. Блять! Где дрон? Уходим. К вами там бежать? Встреча с информатором. Чего, где встретиться с ним надо? С Грантером Сирс? Я не понял ни хера, опять сбился. Мне говорю, какие-то координаты найти. Ну-ка. Прости, извини. Блядь, а вот... Сука. При
Пошел нахер, я там людей белый видел. Так, классно, все, погнали. Преследуем цель. О, смотрите, у меня блять. Челюсть трещит, да? Так Вер делает. Кто-нибудь видит цель? Ну что? Здорово, пацаны. Ой, это меня тут течет как бы. Диспетчер, разошлите ориентировку. Тут никого нет. Я слышу, кто сыт. Здорово, чувак. Бля, ебать, заебись у него телефон, да? Ни хрена у него какой телефон, у него плеер-телефон какой-то классный телефон, да. Хорошо. Ну-ка, я, наверное, здесь рублю, это какой телефон. А я не могу посмотреть, какой он телефон. Он не меня здесь говорит? А ты хер забьёт. Это что такое? Да, что это такое? А тебя мы заберем с собой. Куда мне там? Тебе можно здесь находиться? Не, можно. Стоп, что? Это меня убили? А нам не сюда надо. В коем случае не сюда надо было. Ну-ка давай перепрыгнешь, красавчик. Красавчик. Прям на штык не сел чуть. Так, дрон нам пригодится, мы уже проходили такой случай, когда мы дрон не взяли, блять. А он нам пригодился бы. Так, я себе по голове, по-моему, ударил. Ой, блин, не опасное место. Так, ну, тут ящик есть. Вот так вот, да. Ну, вот так и сделаю, короче, вот так. Закинем туда этого. Так вот. Блять. Это куда? Часть набора или как? А, этот. Из Fallout'а. Убежище строит, фишка. Да, по-моему. Или что это такое? Опять какой-то набор собираю. Пусть меня обнаружит. Я всех порешаю, просто всех порешаю. Найти цель сейчас же. Так, это мне сюда надо с информатором ходить. Ты, наверное, информатор. Сам потестил. У нас проблема. Следы борьбы. Осведомитель Сирс пропал. Возможно, за него взялась Сирс. Получи доступ к системе наблюдения, и я смогу воссоздать события в дополненной реальности. Я этим займусь. Отличненько. Привет. Что ты мне хочешь сказать? Как дела? Что ты здесь делаешь? Вот стена. Я ничего не видел. Вот она. Вот. О чем это ты? Постой. Ты не похож на... Вот черт. Ты под прикрытием, да? Хочешь меня разговорить? А вот хрен тебе. Так, спокойно. Я ничего не видел. Мне надо бабок ему подкинуть. Я где? Так, ну-ка оружие уберем. Мы хорошие люди. Погрузчики. Зачем вам погрузчик? Походу, что-то грузить придется сейчас. Ладно. Чувак не хочет с нами разговаривать. Ну и ладно. Пусть он дальше. Я бы ему где бабла подсыпал бы столько, что он просто бы охренел. Теперь вернись, я воссоздам сцену в дополненной реальности, и мы узнаем, что случилось с нашим контактом. Давайте посмотрим.
CTOS AR. Data reconstruction in progress. Похоже, это наш контакт. Твою-то мать. Согласен, наверняка у него бывали дни и получше. Изучи место в ДР, чтобы узнать, что с ним случилось. Использовалось нелетальное оружие. Есть шансы, что он жив, хотя, вероятно, не в восторге от этого факта. Угу. Они забрали нашего знакомого, но, возможно, не успели далеко уехать. Я могу воссоздать маршрут транспорта по данным с камер наблюдения. Так ты сможешь их догнать. Так, бомжа мы... Бомжа этого безработного, бездомного, мы его, по сути, сохраним кандидаты. Потом его как-нибудь завербуем, может, он нам что-то тогда расскажет. Создание сцены близится к концу. Как и жизнь нашего знакомого, если не поторопишься. Классная шутка. Вам можно было просто по карте посмотреть эту запретную зону, найти и все. Так, как эту херню отключить? Отключилось же, да? Кто-нибудь видит цель? Черт! Он уже свалил. А, мне надо дальше ехать. Блин, я тупанул. Тупанул, вот я дебил. Вот сейчас я согласен. Вот сейчас я лоханулся. Лоханулся. Не посмотрел. Не наблюдательный был. Не наблюдательный. Да, голограмма едет дальше. Все хорошо. Все, да. Я лажанул. Лажанул. Круто. Похоже, обидчики нашего знакомого остановились здесь, но я их нигде не вижу. Опять давай изучим данные и попробуем понять, что произошло. Слова одновременно с игрой. Классно, да, ребят, там было? Типа, что, да, да, вот этот опцион. Говорю, да, это чувак говорит, да, типа, чувак, что? Да, да, да. Здесь. Сюда. Ну, далеко. Что там я говорю? Ну, по-моему, я уже то ли в прошлой серии, да, в прошлой серии я говорил такое слово, типа... Да, да, и там. А то его поволокли. Анализируй. Похитители меняют транспорт, чтобы сбить преследователей с толку. Это стандартная тактика оперативников ЧВК типа Альбиона. Альбион? Не Сирс? Ты уверен? Ну, Альбион, наемники. Возможно, продолжат расследование, мы узнаем, зачем им понадобился разоблачитель Сирс. О, ты кто? Торрент строй приватности. Давай сохраним тебя тоже. Анализируй. Я провел детальный анализ транспорта и пришел к выводу, что это фургон. Хватит, Бегли. Мне нужны какие-нибудь зацепки. Ну, еще я могу добавить, что следы песка в протекторах указывают на то, что фургон недавно был на стройплощадке. Ну, а ты же знаешь, не люблю казаться умнее окружающих. Я проверял все стройплощадки, связанные с Альбионом, и выяснил, что какой-то сонный кретин забыл вырубить камеру в импровизированной пыточной. Показывай. Это тоже интересно. Я не тот человек. Нет. Ты Малик, офицер Сирс и грязная крыса. Покидаем это место. Нет, это не я. Клянусь. Нет, нет. Он долго не продержится. Бегли, давай координаты. Так у меня уже есть, я не помню. А, ёпта, ему это не башня. А нет, не башня, как мы башня. Ну все, пацаны, я здесь. Сейчас вам будет. Капюшон надел.
Блять, нахуй это делать? Так, все по одному. А, я же здесь... Да, в смысле, я же здесь был? На босса... Грата, не люблю. Вот, блядь, вот в РПГшках, там, вот в Скайримах, там, вот это вот классно. В Ведьмаке там вроде можно как-то... Найти сразу, типа, это... Ну, в Скайриме тоже можно как-то... В некоторых миссиях сразу прийти к своей цели, да? По сути. А вот можно взять там скорее пойти куда-то, убить того чувака, там предмет, а потом ты к этой миссии, а потом откроются тебе миссии, где надо, например, этот предмет, а у тебя уже есть, и такой хоп-хоп, там в Ассасине в Одиссее тоже есть такой, блин. Ваш дог взял такой, было бы вообще очень классно, но это очень, очень, как это сказать-то, никто не стреляет. Блядь, это что сейчас было? Кто у меня стреляет, я не понимаю. Вот и тварь мелкая, ты нашел. Где же? Прыгай. А, ну наверх надо. Зачем наверх? Он был делает, что ли? Значит, говорят, наверху сделать надо. А надо найти ключ, понятно. Ключик, ребят, ключик, а ключик у трупа. Блять, никуда взламываешь. Не понимаю, где ключ. Тебя вообще жестко прижал. Сука, умный-то, блядь. Ты тоже видишь третьего лица, походу. Ты что есть? Ключ, где ключ? Я не вижу ключа, не вижу ключа. Вот он. Соп, как его взломать? Так, быстро вот так вот, да. Проверяю. А тут какой-то чел стоит, цель, кстати, потери. Да? Хакер. Хакер какой-то стоит. Найти нарушителя. Я его не вижу, кстати. А, это я был, прикиньте, это меня видно было. Прикиньте сквозь стену, да? Друзья. А, нет, не видно. А вот если я встану вот здесь. Так вот, если мы встанем. Смотрите. Оп, да, как будто мы внутри находимся. Так, погоня, у меня погоня. Я в погоне. Так, сначала мы делаем. Погоня не кончилась? Тут еще остался. Кто? Кто? Нужно проверить вон там. Кто? Почему ВХ опять не работает? Все, да? Еще один чел есть. Еще один человек есть. Надо мной, внизу, подо мной. Цель была там, ищите! Сейчас я взорву. Ну-ка давай как хакером. Хакером побудем чуть-чуть хотя бы. Вот она идет. Надо бы эту херню взломать. Ну-ка. Ай, ладно, я сейчас просто убью. Точно где-то здесь. Дрон, начинай бой. Вот так, шесть бумаг. Блять, ты еще... Хорошо, я чё, ты не буду трогать. А, это у тебя. Блять. Кто Убеди. Нахер? Где снайпер? Прицела вообще не хватает. Это у тебя есть дети, да? Тогда чё ты со мной стреляешь-то? Прекращай. Давай, выходи. О, пока я не двинулся, он не двинулся. Все, я все грохнул, нет за мной погони. Нет за мной погони, всем на меня насрать. Ты что делаешь-то? Открой мне хату.
А, кстати, тоже дебильная какая-то фича у них. За погоней я не могу зайти. Господи. Спокойно. Я из Дэдсек. Ты звонил нам. Вот как. Зря вы пришли. Они поймут, что я их предал. Да мы тебя спасли. Нет, теперь мы оба в беде. Так, я загружу данные на анонимный FTP. Сами все поймете. А может, лучше ты сам все объяснишь? Я аналитик в СИРС. Меня зовут Ричард Малик. Я считаю, что нулевой день — это офицеры СИРС, которые подставили вас, чтобы захватить власть. Теперь они убивают или шантажируют всех, кто им мешает. И, как вы поняли, я в этом списке. Ладно. Мы проверим твои данные. Надеюсь, я не пожалею. Этого не обещаю. Малик. Что-то сделал секса, да? Малик покинул это место. Советую последовать его примеру. Че я там бумаги соберу? Тут потираться нечем. Ага. Ой, это самое дерьмо. Давай-давай-давай! Оп-оп-оп-оп-оп, пробежали. Вообще покеру, все же все убьет. Оп, камера пыток опять. Еще одна камера пыток. Не зря я всех убил. Здесь может быть нарушитель. Нарушитель может быть только у тебя в жопе. Это нарушитель чего? Пищеварения. Поэтому... Какой мы спринтер. Оп, вот так, видали, да? Заползли. Переползем или не переползем? Переползем. Тот еще тип, но дело серьезное. Да проверим данные и решим, что делать. Так, охренеть, тут был кран. Проверишь данные и соберешь потом народ. Ладно, нет, с кранами я не дружу, там есть старая история с Bulldog 2 у меня там, типа, ну, старая, типа, в этом году вроде проходил, когда его раздали. Да, в этом такая дерьмовая там история. О, с карами там кран. Я справился. Раз, два, три, не ожидал, честно сказать. Дэдсек не завербовал бы тебя, если бы ты не был живучим. Только это не понял. Я взорвал. Буду считать, что это комплимент. А, не слушай его. Бэкс иногда кажется бестактным, но вообще-то он милый. Молодец. Что, куда Эйден Пирс-то мне откроется, я не понимаю. Ну давайте так, задание по вербовке. Тут нету Эйдена Пирса, нету Джоэла, да, тут Скай Грифс, нету никого, да. Угу. Основа шпиона. Ладно, погнали на миссию. Поиграем. Хочу... А нет, свинью надо это лицо менять. Ублюдки из СИРС. Часть теневого правительства. Мы не можем доверять ни своим глазам, ни своим ушам. Так, предлагаю выйти из игры. Можно ее забрать. Не согласен. Надо вмешаться. Есть третий вариант. Используйте его. Человек, способный разоблачить СИРС, может вывести нас на уродов, которые взорвали половину Лондона и подставили Дэдсек. Пусть даже вы ему не верите. На день рождения можно не звать, просто воспользуйтесь информацией. Блин, прости, а вот сейчас я тебя сбил. Вот сейчас я извиняюсь. Тупи шипами, ладно, сохраним тебя. Автор песен точно мы еще музыкальную группу собираем. А что бы нам не петь песни тоже вместе с этим? Ну я там амбал вышел. Спектр по охране туда. А это я не понял за что. Простите. Ай, у него хату закрыли. А так я на парковочном месте, нет, придурок. Это уж а ну, оставь меня. Думаешь, ты тут круче всех? Это ты зря. Блюдо. Ой, блядь, ребята, прости, ответы. Да не уйди от них, да я не хочу... Это само началось. Что, сука. Это еще. Блять, а там-то кто? Блять, сука, вы че, суки, троем, да, по одному. Так, оп. Разговор окончен. Как ножик режу, сейчас тебе врежу.
На! На! Криса, которая дура. На! Где тачка? А тачка уехала. Знаешь, уехала, да, или исчезла? Не. А, ну походу я так понял, что здесь тачки. Сам ты сука. За это вот, за то, что ты хотел стрелять на тебе ухо, сольгу тебе ухо просто током. Так, нельзя переместиться в убежище, ладно. Пока проедемся. Нет, ну смотрите, тут дохрена тачек, которые ездят без водителя. Это походу сделано для чего? Чтобы не нагружать систему, сделать мир более современным. По сути, это тачки либо такси, ну в основе видео такси, но тут. И если такси, то у него подписано слово такси. А если не подписано такси, то эти тачки, походу, может взять любой желающий. Просто погоняться по ней. Как делаю я. И он даже ее не взламывает, он просто открывает дверь, заходит и все. И он дальше едет. Просто едет. По сути, каждый так может сделать, если захочет, если у него есть права. Либо может врубить автопилот, если тачки на автопилоте работают. Либо за этими тачками кто-то следит из дома. Но прикол в том, типа, что это? Курьеры? Кто это? Почтальоны? И вот ты приехал, открываешь дверь, там кто-то забирает свою посылку, но при этом можешь забрать чужую посылку, да. И при этом можешь исчезнуть, использовать подставных людей, типа все того, чтобы потом тебя не, его не нашли. Или что это, типа, зачем эти тачки? Просто груз перевозить из одного дома в другой? Не понимаю этого. А, вот теперь мы можем это за... За пломбич новую маску ему. Серебряную маску мы сделаем. Это как в Payday было. Такой-то симулятор Payday, да? Больше не будешь на меня кидаться? Что сделал? Стоит тебе со мной заговорить, как за тобой начнется слежка. Но мы можем все исправить. Постой, ты из дотек? Мне как раз не помешала бы помощь. Написано, посмотрим. Вещай. Я работал на Келли, связался с контрабандистами. Да, гордиться нечем. Сначала мы возили элитные товары. Вино, сыр, икру. Приятная работа. Вот только все изменилось. Готовится сделка по продаже оружия. Я должен доставить груз. Продолжай. Это уже слишком. Я хочу завязать, но кто-то должен сорвать их планы. Нужно уничтожить груз оружия, пока не поздно. И мне нужна помощь. Вдуплил. Займемся. Большое спасибо. Поможешь мне, и сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. Используй фантазию. Он же тварь. Давайте обсудим задание с командой. И что за прикол? Ни хрена не помню, почему маска не меняется. Ладно, давайте обсудим задание. Я тут. Готовы начать?
В двух словах, данные Малика подтвердились. Заговорщики из Сирс повесили теракты на Дэдсек, чтобы власти стали позговорчивее. Но выясняется, что их порядки не всем по душе. А виноваты в этом, разумеется, вы. Думаю, именно эти люди и есть нулевой день. Имен я не знаю, но можно с уверенностью сказать, что у них есть лидер. Как подсказывает мой опыт, если его убрать... Нет лидера, нет нулевого дня. Но чего ждал? 2 недели назад подставная фирма, связанная с нулевым днем, забрала со склада времен Восточного Блока 40 кило Симтекса. Но из Лондона их не вывозили. Это значит, что нулевой день планирует теракт, по сравнению с которым предыдущие покажутся детской забавой. И думаю, я знаю зачем. Инсценировка терактов – любимое развлечение деспотов. Если долго убивать людей, те, кто останется в живых, побегут за любым, кто пообещает защиту. То есть за нулевым днем. Значит, мы с вами должны выяснить, кто главный в нулевом дне, и помешать им. Нужно получить досье всех, кто имеет отношение к терактам и попыткам скрыть правду. Мы с Маликом изучим общие связи и таким образом вычислим главу нулевого дня. Остаюсь на связи, послежу. Итак, если Малик прав... Нулевой день – это клика шпионов-заговорщиков, которые взорвали половину города, чтобы в итоге контролировать правительство. Но теперь они разозлились, что кто-то осмелился встать у них на пути и хотят устроить новые теракты. Ужасно. Согласен. Могли бы придумать что-нибудь новенькое. Очередные теракты, они повторяются. Так в этом есть наша вина? Нулевой день все крушит, потому что мы влезли в их дела? Завязывай с виктимблеймингом. Пусть меня лучше взорвут 1000 раз, но спокойно ждать, пока эти псевдотираны начнут вытирать об меня ноги, я не собираюсь. Так, ребят, продолжение будет в следующей серии, так что спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.